Привет, друзья, с вами Сергей Форекстрим. Помните этот легендарный фонарь Т601? Это бомба, которая выпускалась без видоизменений 7 лет, только потому, что он востребован. У него был один недостаток, который вы терпели. Вот эти вот две зарядки, вот с этими вот двумя штекерами. Зарядки, кстати, вот эти вот никогда не были сильно шикарными. И, о чудо, о китайские боги, Китай уже подумал о вас спустя столько лет и выпустил этот же фонарь вот с USB-шкой. Кейс, в который вставляется зарядка напрямую, хотите себе заряжайте от блока питания в автомобиль, в домашнего блока питания, хотите заряжайте от автомобильного адаптера, пофиг. Те же трехточечные подвески, тот же маленький пятачок наголовный, мягенький, регулировка угла, регулировка фокуса, тот же мощный диод с несколькими режимами работы, но при этом экономный благодаря тому, что он всего 10 ватт. Вот этот фонарь. Я вам его настоятельно рекомендую. Тут даже коробки такие же, насколько вы видите. То же самое. Покупаем.